Привет, ребят! Меня зовут Василий, мне 34 года и 110 килограммов. Я не верю в фитнес. Проект, в котором 6 человек бросили вызов фитнесу и самим себе. Их ждут персональные тренировки, групповые программы и, конечно же, еженедельные разборы с ведущим, по результатам которых каждую неделю проект будет покидать один из участников. У меня вопрос. Вот этот ваш фитнес, это вообще что такое? Вот у тебя звук. А ты вот так вот делаешь. Ну, то есть прям разворачивай локоть корпусом, разворачивай. Ага, окей. Я не знаю, может это вот смс-ки вот эти вот ваши? Вот фитнес за 5000 рублей. 30 секунд мы с тобой работаем, 30 секунд мы отдыхаем. Но мы с тобой это делаем 5 упражнений, 5 кругов подряд. Хорош. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, четыре. Черная пятница, без лимит. Это вообще. Три, четыре, пять. Вот так вот проходит наша тренировка. Очень интересно. Вася, тебе интересно? Офигенно. Ну, видишь. Жарко, я сегодня вентилятор не включила. Вентилятор сегодня работает. Мы с ним каждую тренировку замечаем, что нам становится все легче и легче делать то или иное упражнение. Вот он сейчас боксировал, мы это делали на третьей или на четвертой тренировке. Поехали. И он, конечно, тогда был не в форме. А сейчас мы прям вообще просто рвем и мечем. Физическая форма, конечно, изменилась у него в достаточно очень крутую сторону. Он стал более выносливый, более подвижный. Ну и у нас уже 7 килограмм ушло. Я считаю, что это для 3-4 недель это очень хороший результат. Или, может, я не знаю, это творог из баночки кушать 3 раза в день, а? Или вот этот вот абонемент пыльный, который уже год пылится на полке. Что это такое, ваш фитнес? Ну, мы сегодня, вот я с Настей говорил, что после проекта можно, ну, в смысле, мы же можем дальше продолжать заниматься, то есть у меня нет вообще ни тени сомнений, у меня это уже заложено в бюджет, все, что, типа, все, я продолжаю заниматься в таком же режиме и обязательно с тренером, обязательно с Настей, как бы, честно говоря, еще. Короче, мы сегодня с этим, вот это моя семья, познакомьтесь, дорогие друзья. Дочуля, моя Есения прекрасная, моя замечательная любовь, моя вторая половинка, Дашенька. Я семью уже подтягиваю, у меня Даша интересуется, как бы, типа, что там, как. Сейчас достаточно равнодушно, но мы движемся к тому, что, по идее, путь ясен. Довольно сложно находиться в таких разных плоскостях, что у него есть прям режим, график питания и все такое, а я... Ну, окей, мне проще до него подтянуться, чем наоборот тянуть его к себе, что нет, а давай-ка мы лучше с тобой лежа кушать будем. Ну, с сыром, сыр пармезан, вот это вот сырный соус с колечками лука, помидорка свежая, там салатик такой и булочка с кунжутом поджаренная, тепленькая, а овощи холодные. Многие мотивируются тем, что, ну, моими результатами, которые я получаю. И в том числе и вот моя семья, дочуля за меня болеет, прямо с этот попусик, такой молодец, прямо за этот. И Даша тоже, ну, прямо видит, что у меня есть результат, и старается как бы в эту тему. Ну что за такое событие? Без телефония, без блогеровое. Ну хотя бы YouTube поставили, чё уж, мне нравится YouTube. Ты подписана на Bright Fit? Да, подписана. Я подписана на Bright Fit. И лайки ставишь? Да. А комментарии пишешь? Нет, я еще писать чуть-чуть только умею, хотя... Ну, значит, как научишься, будешь писать? Да, буду писать. И хочу, чтобы мы все были здоровее, живее, веселее, потому что я очень упорный.
по сравнению с сейчас я был достаточно скептически настроен в самом начале. То есть по сравнению с той мотивацией, которую я сейчас испытываю, это просто я вообще как бы, ну что такое, как бы вряд ли что-то с этим произойдет. Опять же, я говорю, это в сравнении. У меня очень сильно поднялась уверенность в себе и в своих силах. И вот это вот ощущение энергии, потока и, как бы, и желание победить, оно прямо растет. Я чувствую, что из меня фигачит энергия во все стороны. И это, ну, это во всем. Это в любом, в любой мелочи, в любом общении с человеком. Честно говоря, первый раз вообще в барбершоп. Я стригу себя. Полотенце, если что, теплое. Даже немножко это такое. Дмитрий, а подскажи, а вот это что? Вот это за штука такая интересная? Это пахнет приятненько. Даль. Это который младенцам попку присыпают? Да. Ощущения необычные. Вот и с этим, так вот, если даже потрогать, прямо вау, я просто кожа. Попробуй. Попробуй, потрогай. Да? Как будто, честно, как будто рыбу какую-то трогаю. Как будто бы котик без шерсти, знает, такой котик. На самом деле, Еся очень хорошо контролирует, насколько у меня выросли волосы. Она всегда мне трогает и говорит, рассказывает, да, что нужно мне постричься или нет. Я считаю, что это вообще одно из самых главных, это взаимодействие, чтобы и Вася видел во мне мотиватора, потому что я знаю, как ему очень тяжело даются все задания, все тренировки. Я думаю, это очень важно именно мотивировать и подбадривать друг друга. Я считаю, что в этом плане у нас опять схожесть там просто 10 из 10. Потому что я смотрю на его тренировки, как человек старается, это меня еще больше мотивирует. И то есть вот у нас прям, я прихожу на работу заряженная, я ухожу от него заряженная, мне вообще все устраивает. Я думаю, Вася то же самое, получает огромный такой запас энергии от меня и мотивации. У меня поменялось мое ощущение того, как я, того, что я могу. Вот это, конечно, я офигеть. Я так был уверен, что я в целом достаточно много могу, но оказывается гораздо больше. Ну, типа, прям сильно гораздо больше. Сделаю так. Сим салавим прохаду дур. Я сделаю? Да, да, сделай. Сим салавим прохаду дур. Рахат лукум. Все, никаких рахат лукум. Крутой проект на самом деле. Я когда Вася уже просто надо мной смеется, он говорит, а мы там поедем туда-то. Я говорю, можно мне тоже в этот проект? Я тоже хочу к психологу. Я тоже хочу стоять на гвоздях. Ну, все круто. В караоке, вот на корпоративе мы познакомились со всеми ребятами. Все очень дружные, все очень крутые. Меня очень удивил Толик, потому что я не думала, что он такой скромный, такой какой-то вот он очень круто поет. Вот. То есть, когда видишь их на видео, создается одно впечатление, когда знакомишься с ними вживую, создается вообще совершенно другое впечатление о людях. Вась, привет! Мы с тобой находимся в магазине премиальной мужской одежды в торговом центре Европы, называется Giovanni Gentile. Сегодня мы для тебя подобрали несколько комплектов. Так как ты у нас стартапер, человек, у которого нету формального дресс-кода, нету обязательств носить костюм каждый день, шопинг ты не любишь, поэтому комплекты мы подбирали исключительно, чтобы тебе было удобно и вещи друг с другом хорошо сочетались. Поэтому основа наших с тобой комплектов – это джинсы. Простые, классические, синие. Хочу обратить внимание, здесь нет ярких прострочек. Это как раз-таки способ носить их по-разному.
her to a carnivore. Now she treat me like a burger. I don't know their names, but they all wanna ride. All this energy around me, I feel so alive. Это карта Bright Fit на занятия в зале. И в общем, короче, теперь мы оба будем верить в фитнес. Я могу заборить. Тоже, я могу тоже к Насте ходить, да? Да, там есть, короче, попарные тренировки, я узнал. Дайте, пожалуйста, и... спасибо большое. Спасибо, ребят, да, ваш проект не просто, это не просто походить, побегать, что-то попрыгать, он реально меняет и меня, и семью, и я, ну, мы ближе к той цели, к которой... Честно говоря, мы только сегодня утром говорили о том, а не пора ли тебе купить сертификат, добро пожаловать, Настя ждет и тебя тоже. Удачи, ребят, удачи, у вас очень сильный соперник.